Здравствуйте, друзья, подписчики и гости моего канала. Я давно не показывал вам своих овец. Вот сегодня решил снять коротенький ролик про них. В будущем тоже буду снимать отдельно про кормление и содержание овец в зимний период. А сегодня же просто коротенький обзор на этих овец. Сейчас уже полным ходом у нас идет стойловый период, начался. Овец у меня на данный момент вот 6 штук, включая баранчика. Баранчик, как вы можете видеть, хорошо подрос, упитанный. Ну, в будущем я сниму отдельно про него ролик. Вот, можете сами сравнить баранчика с овцами. Этот баранчик гиссар. Можете обратить внимание, как он выглядит. Все еще пугливый он. Такой вот у него курдюк. Вот моя полукровка. Это идельбаевская, покрытая романовским бараном. Но она по размерам не уступает идельбаевским овцам. Вот, можете сравнить их. Посмотрим, сколько она принесет ягнят. Она уже покрыта у нас. Ну, в хозяйстве у нас не без потерь. У меня родился ягненок вот от этой белой овцы. Родился он, если не ошибаюсь, 17 октября. Потом со временем он у нас заболел. Мы его больше месяца лечили, пытались вылечить. По всей видимости, он что-то съел, и у него забился желудок. Вот больше месяца пытались его вылечить, пытались сделать и клизму ему, и маслом поили, чтобы смягчить желудок. Но все же спасти его не удалось, и мы его потеряли. Сейчас я вставлю фотографию этого баранчика, ягненка. Все наши овцы на данный момент покрыты. Эту белую овечку тоже мой баранчик покрыл. Не знаю, покрылась или нет. Будем наблюдать и смотреть, придет ли она в охоту повторно. Овцы упитанные. В зиму вошли упитанными. Вот можете сами обратить внимание. У всех хорошие курдюки. Хорошие упитанные овцы. Так что зимой, думаю, без проблем они перезимуют. Насчет кормления я отдельно сниму ролик, покажу вам, какой сейчас рацион у них. Ну, основное в рационе, конечно же, у нас сено. Сено заготовили достаточно, с запасом даже, можно сказать. Так что насчет этого я не волнуюсь. Овцы у нас стоят вот в этом сарае холодном.
Я уже несколько раз рассказывал про это, как я содержу зимой. Сами видите, сарай не утеплен, просто обрешетка и профнастил снаружи. Но особенность этого содержания то, что я делаю для них глубокую подстилку. Вот сейчас вы можете уже видеть, сколько я сюда накидал сена. Сено я беру вот отсюда, которое они роняют снизу, и все кидаю вот сюда под них. Так что когда будут окоты, у них когда начнутся после Нового года, тут уже будет приличный слой сена, подстилки, и ягнятам будет тут тепло. У меня первой будет ягнится вот эта овца. У нее уже наливается вымя. Она у меня старая овечка. Но надеюсь, все будет хорошо. Ну, вот такой небольшой обзор снял вам. Сколько овец у меня осталось в зиму. Вот. Еще раз повторяюсь, 6 штук всего лишь. Летом баранчиков продал. 2 баранчика близнецов. Так что поголовье увеличить пока не получается. Но ждем окоты. Ждем окот от этой полукровки, возможно, пару штук принесет она. Все-таки в ней 50% романовской крови. Так что я думаю, она будет хорошей маткой. Еще раз повторяюсь, очень крупная она. Вот по сравнению, посмотрите, остальными она не уступает им. Единственное то, что у нее нет курдюка. Ну, вот такой небольшой обзор снял вам. В будущем также буду снимать. В планах заснять ролик именно о баранчике. Хочу выразить свое мнение о гисарах. У меня он один только. Меня сравнивать пока не с чем. Но все же могу я сравнить этого баранчика с баранчиками эдельвейсовской породы, которые у меня были в хозяйстве. Также на днях сниму ролик про зимнее кормление. Какой рацион. Ну, все на этом. Я буду прощаться с вами. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.